красный угол октагона приглашается спортсмен Сусуркаев Тамерлан по прозвищу Дикий из Чеченской Республики. Синий угол октагона приглашается спортсмен Рамазанов Рамазан из Ростовской области. Удары в корпус, прощупаем бойца, покажем скорость. Годы тренировок, настало время подчичность, это порох, скорость взрыва, комбинации в мозгах. Представляем бойца красного угла. Ему 20 лет, его рост 183 сантиметра, его вес 87 килограмм. Он является многократным чемпионом Чеченской Республики, чемпионом России по панкратиону, серебряным призером чемпионата мира, обладателем Кубка России по грэпплингу, обладателем Кубка мира по грэпплингу, представляет бойцовский клуб «Беркут» из Чеченской Республики по прозвищу «Дикий» Сусуркаев Тамерлан. Представляем бойца синего угла, ему 23 года, его рост 81 сантиметр, его вес 87 килограмм. Он является чемпионом Ростовской области по ММА, провел 2 профессиональных боя. Представляет спортивный клуб «Каримов Тим» из Ростовской области, Рамазанов Рамазан. Давай, Рамазан. В этом бою в первом раунде за 1 минуту 48 секунд ввиду снятия врачом победу одержал боец синей экипировки.